Всем привет! Пришла посылка с Алиэкспресса, вот такой вот большой конвертик. Меня просили купить два набора керамических ножей. Сейчас посмотрим, что тут нам прислали. Я один брал уже, там был в групповых покупках, а это я уже заказывал отдельно. Так, ага. Наборчик-то один. Должно быть два. Ну, это мы, конечно, откроем диспут. Денежки вернем. Скорее всего, это просто они не досмотрели невнимательно. Ну, давайте посмотрим на сами ножи. Да, они немножко отличаются от тех. Рукоятка похожая, то есть все здесь похоже, только здесь были цветочки, здесь надпись, и есть еще вот такие пластиковые чехольчики. По-моему, это очень удобно. Вот такие вот чехольчики. Должен был быть второй еще набор зеленого цвета, но я думаю, придется отдельно его еще заказывать. Вот. Ну а так, в принципе, вот, кстати, вот эта штука с обычного пластика рукоятка, в том наборе были одинаково такие софт-тач, как на ножах, так и на вот этой чистилке, с одного материала. Ну, это не страшно, сделано оно вроде бы неплохо. Ладно, это потом сложу. Давайте посмотрим на этот ножичек. Ну, вроде бы ничего так. Ну-ка посмотрим, как они режут. Ну, по остроте тут, конечно, к ним вопросов нет. А насчет второго набора откроем диспут. Ну, а там посмотрим. Либо у другого закажем, либо здесь же закажем второй набор. Вот, ну, видно будет. Всем спасибо за просмотр. Пока.